На старт! Внимание! Несколько секунд, чтобы проявить себя, и следующее испытание. В Химках прошел муниципальный этап всероссийских соревнований школьников в президентские состязания. Три наклона и вперед. Пойдем. Раз, три. Тянись. Соревновались в так называемом президентском многоборье. Для младшеклассников это бег на 30 метров, отжимания, упражнения на гибкость и пресс. Давай быстрее. В соревнованиях приняли участие все 32 школы округа. Это около 20 тысяч человек. У этих соревнований очень большой охват. Потому что, вот, например, в президентских состязаниях там участвует класс-команда от школы. То есть в каждой параллели по возрастам, по классам большой охват участников. И у многих детей появляется возможность себя проявить, показать свои спортивные способности, возможности. Участники с хорошими результатами получат значки ГТО. Лучшие представят Химки на региональном этапе соревнований. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.